сначала свет. Он не втюхался. А он этот поворачивался, тут летел. Ну, не знаю, мне кажется, что вот потому все и как бы ищут мастера. Но в основном, в основе своей, я считаю, что мастер это мастер. А как правило, где 90% все или... Я вообще хотел сам разбиться из-за того, что девушка меня бросила. Вот на. Пусть меня долбит. Девушек-то куча, ты чё, Рома? Да девушек-то куча, а любимая-то одна, ты да, должен какие... это жена. Какие твои годы? Пуля вернул, а она как заточила. Как в столб ударил. Не выехала. С Кирова, видать, в сторону Гриш. На машине
Много раз ездил? Или первый раз сел? На этой машине только с отцом. Я ездил один первый раз, сел из гаража ни разу на машине, на любой не выезжал. Отец не доверял, ну на это и выехал, даже не царапнул зеркало. Сколько? Он мне сказал из дома выгонять. Пусть выгонять, я это мало меня выгонял. Мама приехала, похари настучал, отец в голову дал. Да, не то, что он в голову-то даст, он меня опять цепью будет бить. А там цепь-то хозяйская такая. А у сеструхи муж наркоман, черт драный. Я им сколько говорил, купите мне машину, не буду я вашу брать, купите. Они взяли этот долбанный мотоцикл, купили, на котором я разбился. Нива была у нас, Ниву угонял, тоже разбил ее, поймали меня. Я тоже говорил, посадите в тюрьму, но мне было 14 лет, они не имели права меня посадить. А сейчас-то мне 16, мне по-любому в тюрьму надо. В тюрьму мне надо. Дома тюрьма, я это чувствую, тридцатка на лбу написана. Сигарету выкини, говорю. Подождите. Давай, зёбрый, выкидывай. Скажите бате, я на его глазах повешу. Сам скажу. Или... Вот, стану вором в законе, застрелю его и не посадят меня.